Сегодня начнется ремонт дорожного полотна на улице Рябиковой на верхней террасе. Всего же в ямочный ремонт улиц проводит 15 бригад. В минувшие выходные их силами было устранено 1240 квадратных метров ям и выбоин на улицах Кузоватовская, Отрадная, Промышленная, Роза Люксембург, Федерации, Радищева, Варейкиса, Димитровградском и Сельдинском шоссе, проспекте Нариманова. Глава администрации города лично проконтролировал ход работ. Кроме того, с понедельника Дорремстрой приступает к строительству кольцевой развязки на перекрестке грузовой и легковой восьмерок спуска Степана Разина в районе бывшего поста ГИБДД. Лилиана Рахматуллина, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.